Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Это устройство iPhone 12 Pro. Сейчас я вам покажу, как на этом устройстве изменить дату и время. Итак, вначале открываем настройки. Вот здесь мы попадаем в меню настроек и выбираем пункт «Основные». Здесь нажимаем «Дата и время» и отключаем автоматическую настройку, нажав на зеленый тумблер. Теперь можем выбрать дату. Если, воспользовавшись календарем, вот таким образом можем переключать месяца, нажав на надпись вашего месяца с годом, можете выбрать сразу год и месяц. Да, после этого вы можете уже выбрать и конкретную дату, например, 17 сентября 2021 года, ну и время выбирается, нажав на само время внизу, вот здесь вот, и вписывайте просто нужное время, 42 минуты, например, там, да, 2:20, ну, я, в общем-то, немного нелогично писал, давайте 52 минуты будет, так как это работает. А, сначала вы вписываете, да, немного нелогично, короче, 0:02 нужно, например, чтобы 2:30, да, поэтому вписывайте 0:02, сначала получается здесь, и 30, вот таким вот образом вы вписываете время. Что ж, вот и все. Дату и время мы успешно изменили. Видим, что у нас время уже 2:30, а дата 17 сентября. Пятница 17 сентября, то есть 21 год. Что ж, спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!